Так, всем привет, друзья. Это снова Зебра. Мы играем Pink Slips на Насри. Вот это первое место, с кем я буду играть. Вот такой у него состав тут. Он просто недавно создал новый клуб себе. У него пока только такой состав. Ничего. Это нельзя недооценивать соперника. Ах, не получилось сейчас пройти. Так, старый забивает первый гол, мы не радуемся. Что это было? Нет, зачем эти навесы? Я-то думал, ты нормальный. Руни! Да, не надо забывать, что у него состав не такой сильный, так что не сильно буду радовать. Ушел в атаку. У меня остановилась почему-то там запись. Я забил один гол, старый забил. Ну там так легенько разобрались мы. Я покажу этот гол потом. Что ж, выиграл я 4-0. Сейчас я покажу. Да и давайте я все сразу покажу. Голы снова, если кто-то хочет еще раз посмотреть. Это первый гол. Так, это неудачный удар, конечно. Уру не вышел. Промах не вечно. Так, Шурли тут не забил. Руни. Вот супер удары. Мне нравятся его дальние удары от Руни. Вот девяточку. Девятку проколотил. Сарич удар, сейф. Дехе. Промах Руни. С левой. Йовитич не забил. И гол Стариджа. Я не знаю, тут что ли. Потом он начал играть. Тут почему-то он АФК, как будто бы был. Что ж, на этом все. Рандом проходил в группе, которая ссылка будет в описании. Всем удачи, всем пока.